Сегодня губернатор края провел оперативное совещание с членами правительства и руководителями правоохранительных структур. Они доложили главе региона о ситуации в крае за прошедшую неделю в связи с тем, что в центральных регионах России были отмечены случаи заболевания граждан различными формами гриппа. Особое внимание было уделено докладу министра здравоохранения Вадима Янина. Он доложил, что за прошедшие выходные жители региона вызывали скорую помощь чаще. Однако обращений, связанных с подозрением на острые респираторные заболевания, не так много. Министр также пояснил, пандемическим гриппом H1N1 в нашем регионе болеют каждый год. Последняя эпидемия в Красноярском крае была зимой 2009 года, сейчас поводов для паники нет. Во-первых, большое количество людей вакцинировано, поэтому создана необходимая иммунная прослойка. А во-вторых, эпидемии препятствуют в том числе и морозы, которые стоят в регионе. Также на совещании уделили внимание подготовке к международному турниру по вольной и женской борьбе «Иван Ярыгин». Он пройдет с 29 по 31 января. По словам министра спорта Сергея Алексеева, свое решение об участии подтвердили 338 атлетов из 12 стран. Все готово к соревнованиям. Виктор Толоконский подчеркнул, этот турнир является визитной карточкой края и поставил задачу провести его на традиционно высоком уровне.